Технозору, Таймен и многие другие. 16 отрядов смены Технопарк представляют своих супергероев. Так как у нас Технопарк, и им захотелось как-то себя творчески проявить, и мы дали свободу фантазии придумать себе костюмы, связанные с супергероем и в то же время с технопарком. Первый этап – презентация. Ребята рассказывают о своем герое и его благородной миссии. Я спасаю людей от ядер технических ракет, от взрывчатых и бомб. Много людей я сберег. Второй этап – презентация костюма. На создание образов у ребят ушел целый день. Влад Демлекамов представляет супергероя «Человек-огонь». Мне было немного страшно вот перед тем, вот как мы начинали репетировать. Но теперь вот все будет нормально, я так думаю. Конкурс оценивает жюри, учитывается оригинальность образа и костюма, а также артистизм героя. Максимальная оценка 5 баллов. По итогам конкурса третье место у 12-го отряда – супергероем Льгуха Мэн. Второе место разделили сразу три отряда – 4-й, 5-й и 9-й. Победителем стал герой из 7-го отряда – Человек-коробка. Он спасает людей от суперзлодеев, от опасности. От всего он спасает. Каждый отряд получает памятный диплом, а призеры – грамоты.